Привет. Если у вас есть монитор с большим разрешением и большой частотой обновления, то, во-первых, проверьте, включена ли у вас, собственно, большая частота обновления. У меня монитор 144 Гц, но правая кнопка мыши панели управления Windows стояла 60 Гц. Максимум 120. Ну что делать, если вам нужно именно 144 Гц? Все просто. Просто правой кнопкой мыши, параметры экрана, дополнительные параметры, свойства видеоадаптера, монитор и частота обновления выбираем самую большую. Это поможет вам, если вам требуется 144 Гц и больше. Всем удачи, всем пока. Если что, пишите в Discord, если у вас какие-то вопросы появились.